взяли по ряду причин. Дело не в том, что его подводит здоровье, но надеются все, естественно, что спортсмен, показавший себя прекрасно на недавних этапах и летнего кубка, в том числе, что он соберется и усилит нашу команду, вне всякого сомнения. Конкуренция, по крайней мере, со стороны молодых у нас очень очевидная, присутствует, и это здорово, и это высоко оценивается руководством сборной. Достойный прыжок, достойный того, чтобы продолжать соревнования, по крайней мере. Таку Такеюси, 20-летний японский спортсмен, который выступал в прошлом году на этапах Кубка мира. И один из трех финалов у него был как раз здесь, в Кусамо. Плюс еще на Холминколинских играх он был 26-й. Плюс в Планице. Опа! До линии падения или после? До развернуло. Травмы нет, но очков, разумеется, тоже нет. Да, вы видите, 11 баллов типично за такое...